Привет, друзья! Рад видеть вас на канале Geja Gaming, и это свершилось. Наконец-то! Если вы чуть больше, чем сегодняшний житель моего канала, вы наверняка знаете, что я обожаю паука. Обожаю Человека-паука, мультики, фильмы, игры, комиксы, все обожаю. У меня очень маленькая скромная коллекция фигурок, но очень большую его часть составляют именно фигурки Человека-паука. Так вот, к чему я? К тому, что мы уже прошли очень много игр Человека-паука на разные платформы разных годов, и в том числе мы уже прошли нового Человека-паука, или как он называется по-настоящему, Amazing Человека-паука 2, уже прошли, есть плейлист на канале, но мы не прошли первый. Почему? Потому что первый Человек-паук не запускается на современных платформах, на Windows 10, на современных видеокартах и так далее и тому подобное, но, как вы видите, он у меня есть. Я нашел рабочий билд, который создан специально для современных платформ. И мы поиграем в первый Amazing, при том, что первый Amazing мне нравится больше, чем второй. Поэтому я предвкушаю всю прелесть. Начнем. Новая игра. Естественно, мы пойдем на сложном, но давайте почитаем, что они предлагают. Человек. Пусть сложность боя не мешает тебе изучать механику игры. Идеальный режим для новичков и казуальных игроков. Это не про меня, вообще никак. Герой. Балансируй стилем игры между скрытностью и активным действием, только для опытных игроков. Это уже вызов, но даже это не для нас. Супергерой. Хочешь испытать опасность как настоящий супергерой? Попробуй скрытный подход, только для хардкорных игроков. Я не причисляю себя к хардкорным игрокам, но на этом канале мы играем только на харде в любые игры. Так что, супергерой, поехали. Ой, паучок, наконец-то. Тут же русская озвучка, Питер, правда? Да. Что ты тут делаешь? 15 часов после инцидента. Психушки, но ты сам меня сюда засунул. Я буду молчать. Я знаю, количество больных 474. Время на исходе, Коннорс. Плохи наши дела. Во время катсцен постараюсь молчать. По большей части молчать, чтобы мы слышали диалоги, потому что я не хочу включать субтитры. А, тут прекрасная озвучка, хорошая русская речь, поэтому мы будем слушать, а не читать. Потому что, блядь, почти каждую игру я читаю, и в кои-то веки я хоть немножко отдохну. Так что будем наслаждаться прекрасной озвучкой. Глава первая. Аскорб, ваш друг. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как ученый-мошенник Курт Коннорс натравил на жителей Нью-Йорка ужасного ящера. Репутация Аскорб за это время полностью восстановилась, и теперь компания представляет публике своего нового гения Алистера Смайта. Насколько я понимаю, я могу ошибаться. Если ошибаюсь, исправьте меня, пожалуйста, в комментариях, мне будет интересно. Эта игра, она не базируется на первом фильме, но это что-то типа... Вот судя по описанию первой главы, это... Скорее всего, промежуток между первым и вторым фильмом. Но я не уверен. Может, это вообще никак не касается фильма, и только, типа, участники, действующие лица те же. Типа, несколько месяцев с тех пор, как ученый-мошенник Курт Коннорс натравил на Нью-Йорк ящера. То есть, в первом фильме как раз был ящер. Победили ящера, и вроде как это после первого фильма. Ну, ладно, что-то я много болтаю, поехали. Аскорб Тауэр за 5 минут до инцидента. Кто там? Оба! Эй! Спасибо, что пошел со мной, Пит. Ты такой смелый. Только давай поосторожнее. Мне нельзя приходить сюда так поздно. Когда я в первый раз сюда залез, вышло не очень хорошо. Мы не залезаем. Мы проверяем. Здесь по ночам происходят нехорошие вещи. Доктор Смайт с ними борется. Знаешь, он не такой плохой. Он хочет все здесь изменить. Первый раз Пит пробрался сюда как под именем другого человека, студента. Что подгнило в Аскорбском королевстве? Я думаю, они продолжают работу доктора Коннорса. Да, гибридизация. Ты думаешь? Идем. Плохие новости. Делают новых ящеров? Много чего нового делают. Так, ходить я не могу, правильно? Сегодня и выясним. Да, ходит он сам. У Аскорб есть мозги, есть ресурсы. Почему бы им не работать для людей? Потому я и вернулась. Скорпион. Доктор хочет все изменить. Я знаю. Его гениальные работы станут новой эрой в истории человечества. Ты что-то подозрительное делаешь, Гвен. О, какой-то костюмчик. А, нет, это экзоскелет. О. Ну, здесь мы точно в безопасности, поскольку никогда не попадем в море. Пригнись.
Это люди? Похоже на людей. Ты только посмотри. Я знал, что доктор Смайт любит наноботов, а про больших роботов и не слышал. Большой робот. Ты с ними играешься, когда захочешь. Такое не надоест. Подозрительно, мы пробираемся туда, конечно. Так, тут ничего интересного, а тут у нас что? Оу! А это что? О боже, это доказывает, что они продолжают опыты Коннорса. Да что ты говоришь? Носорогу! Оу! Лады. Не, ну носорог тут не такой, как в конце первого фильма. А, или в конце второго. В конце второго фильма не такой носорог. Все-таки, наверное, одна вселенная. Или может другая вселенная. Но персонажи те же просто. Вы здорово попали. Вы что тут делаете? Все в порядке. Они со мной. А, все? Мы друзья? Все, идите и пиздуйте со своим рогатым. Сюда после работы. Тем более с кем-то. Доктор Смайт, пожалуйста, простите. Это мой друг, Питер Паркер. Пукер, очень приятно. Наслышан, наслышан. А я сегодня многое услышал про вас. Итак, зачем вы здесь? Доктор, это моя вина. Я восхищен вашей работой в Оскорб, когда я услышал, что вы тут делаете, ну, про наноботов. Мне захотелось взглянуть. Вы работали с Коннорсом, верно? Было дело, да. Увидеть вас здесь. У меня уже сил нет избавляться от этих гибридов. Так это все-таки гибриды? Вы клялись, а ты думала, это мужик раскачанный просто, да? Сколько их тут у нас еще? Гвен, я сказал тебе правду. Опыты прекращены, хотя и не так быстро, как я хотел. Никто больше не превращает людей в животных. Здесь ты видишь то, что бывает, когда зверь получает хорошую дозу ДНК человека. Иди за мной. Я надеюсь, ты сохранишь все, что увидела в строжайшей тайне. Зверь получает ДНК человека. То есть носорог, он был настоящий носорог, а потом стал человекоподобный, типа антропоморфный. То есть это не люди, превращенные в зверей, а звери, превращенные в людей. Ну. Еще один гибрид? Да, это крыса. Ящер чуть не разрушил весь город. Кто в здравом уме станет снова создавать этих тварей? Огромную корпорацию за минуту не изменишь. Некоторые ученые утверждали, что эти несчастные существа могут пригодиться. Похоже на крысу. Не послушали. Сегодня гибридов не станет. Мы отправляем их в биолаб для безопасного уничтожения. Уничтожение? Из сердца вон. Ой, а оно сегодня ело? Оно всегда такое. Опыты Коннорса зашли слишком далеко. Гибриды в этой комнате безумно опасны и очень заразны. Поэтому... Конечно же, Криса. В камерах. Эй, куда это он? Вылезай, малыш. Чего, бля? Этот малыш — ходячая эпидемия. Любой контакт с ним — инфекция. Инфекция убьет вас. Или вы сами станете гибридом. Он исчез. Хочу, чтобы вы остались человеком, бля. Паркер. Так что вперед. А, ну, это есть? Не надейся особо. Нет, они же не люди для начала. Они родились в Чарльз-Петре. А что до бедных людей, которые могут быть инфицированы, к несчастью, тоже нет. Противоядия нет. Не хочу показаться жестоким, но эти существа хуже крыс. Такие твари поставили Европу... Так он же есть крыса. ...принеся чуму. Привет, крыс друг. Еба, крыс друг. Похоже, я ему не нравлюсь. Странно. Он так себя ведет только когда рядом... В смысле... Другой красавчик вроде меня? Ага. Ничего, я... Или другой гибрид вроде тебя. В отличие от роботов, биосущества непредсказуемы. Мне нужен контроль. Непредсказуемо, да? Это еще что? Скорпион. Игуана, что ли? А, игуана. Это самая странная экскурсия в моей жизни. Не волнуйтесь, Паркер. Дальше лаборатория наноботов. Увидите... Не захочет сухать. Простите, доктор Смайт, мне нужен кто-то с особым доступом, чтобы проводить меня в сектор Б. У меня нет времени. Квен, может и к лучшему, что ты здесь. Разберись с этой бюрократической чепухой. Это тебе в наказание так, за то, это что кто? Пришла без разрешения. Иди, догонишь. Значит, у нас есть носорог, криса, доктор, игуана и... Это кто? Прослежу, чтобы ее... Ксеноморф. Не съели. Понимаю. Объективно, ксеноморф, да? Не устоять перед красотой, как и человек. Встретимся в лаборатории. Закончите и сразу туда. Мисс Стейси, это приказ. Давай, Алистер, удачи. Конечно, доктор Смайт. Пошли, Пит. Рад вас ты видеть, кто? Доктор. А, это скорпион, это хвост. Это ты шутишь, правда?
Это немного чересчур, ты не находишь? Это ужасное прошлое. Доктор Смайт говорит, что оно не вернется. Я ему верю. О! Это еще оно уже вернулось, да? Ничего я не делал. Питер, он чует твою кровь. Он знает. Он на что-то решил. Я никогда раньше... Господи, он разобьет стекло! Бля, Паркер, это все твоя вина. Ты бейся, ну-ка, по-быстрому, а? Ты думаешь, не надо было приводить его, да? Он все-таки вырвется, нет? Кому сказал, милая, черный, ты нормальный? Я тебя не брошу. Милая, это тебе сказали, пошли отсюда. Ой, Игуаныч уже вырвался. Вы нормальные, нет? Крыса? Где крыса? Ебать, они все на свободе, в натуре. О! Минус черный. Скорпион тоже пошел во все тяжкие. Этого не может быть. Нет, нет! Крыса! Посмотри на меня! Гвен! Эй, крыса! Эй! А! Это твоя самка. Сейчас я ее вибу. А-ням-ням-ням-ням-ням. Вот теперь вибу. Ой, какая беспалевность. Лады, поехали. Я, честно говоря, эту игру играл очень-очень-очень-очень-очень-очень давно. Лет, может, 10 назад. Нет, 10 лет назад, наверное, не мог, да? Потому что она 14-го... А, нет, погоди, это вторая 14-го года. А это должна быть 12-го года. Ну, где-то около 10 лет. Ну, плюс-минус 2 года. Скорее, минус. Но говорят, плюс-минус. Прыжок. Я помогу тебе вывести оттуда других ученых. Да, короче, очень-очень давно играл, и я ни хрена не помню. О, крыса. Так, валим, валим. Они хотят сожрать меня. В техническом смысле от тебя. Будь осторожен. Я не гибрид, если что. Пустить меня. Спасибо. Ебать, всех ученых жрут. Нам сюда? Я не уверен, куда нам? Я могу. Красота. Конец света будет. Так, куда мы попали? Опять роботы, осторожно. Дроидики! Так, а что делать? Они так легко ломаются, серьезно? Так, у меня нету сильной атаки, да? У меня есть атака и уворот. Но мне, в принципе, и не надо. Мне достаточно одной кнопки. Так. Где Гвин? Где Гвин? Гвин, ты где? О, а ты кто? Эй! Ебать ты красавчик, конечно. Используй рывок, чтобы быстро добраться до балкона с Гвен. А где она? Ты здесь? А, да. Давай я тебя подниму. Куда нам? Вот туда нам. Да, я не знаю, я не помню, я договорил или нет, но, типа... Я эту игру даже не помню, проходил ли целиком. Так что это должно быть интересно. Это как будто первое прохождение, честно говоря. Но я почему-то помню, что своими ностальгическими чувствами я очень люблю эту игру. Может, это не так? Может, спустя много-много лет она покажется мне не настолько хорошей? Но это мы и посмотрим как раз. Так, надо понажимать что-нибудь. Да. Открыл? Открыл. Э! Наверное, не так надо было, да? Тяу-т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 яу. Я прохожу. Тяу-т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 яу. В любом случае, игра про паука — это уже топ. Отлично. Так, а мне сюда надо или чё, или куда? Вот, вот сюда. Опа. Так, где Гвен? Гвен, ты здесь? О!
Окей. О. О, файт. Не видишь ты ни хрена, успокойся. А, вау. Слушайте, вот во второй части такой механики не было. Так, мы играем на харде, помните, да? На супергероя. Я не должен пропустить ни одного удара на обучении. Отлично. Отлично, последний. Великолепно просто. Вернись к Гвин. Я иду. Бегу. Гвин, ты тут? О, Гвин, пойдем. Я отведу тебя туда, где безопасно. Спасибо. Я отведу тебя туда. Куда? А, во! В изолятор тебя. О, отлично. Цель выполнена. Отведите Гвен в зону карантина. А, ну в натуре в карантин, Нет, да. Мы оба знаем, что он уже начался. Доктор Смайт сумеет хоть что-то объяснить. Найди его. Да, но я должен спросить. Что будет дальше с тобой? Так ее даже не поранили. Но точно ничего хорошего. Я инфицирована, Пит. Да мы не. Все заражены. Да ну ты чё? Что случилось с Коннорсом? Вариант только один. Она станет Крисой. А вакцина? Если она раньше помогала? Коннор заразился более ранним штаммом. Тогда это был обычный вирус. Он развился и мутировал. Теперь это супервирус. Теперь вакцины нет. А если я остановлю всех гибридов? Их надо остановить однозначно. Но даже если так, остается риск распространения вируса. Гвен, успокойся. Успокойся. Ничего не случится, я обещаю. В натуре у тебя даже крови нет, он тебя не укусил. Разберемся. Я найду доктора Смайта и других. Надеюсь, еще не поздно. Найдем, найдем, погнали. Возьми Асфону на столе. Кого? Что взять? Телефон Оскорб. А. Это пробный образец, но я хоть позвонить тебе смогу. Хорошо. Я скоро вернусь. Наверное, поздний очень вывод с моей стороны, но в этой вселенной Гвен знает, что паук это Питер. Питер Пукер. Так, что это? Внимание всем сотрудникам Оскорб, немедленно покинуть Оскорб Тауэр. Всем контактировавшим с гибридами срочно пройти в зону карантина. В итоге сделала это только Гвен. Окей. Так, у меня что есть? Доступно улучшений 80 штук. Прочность нити. Что она делает? Прочность паутины, благодаря чему долго не может... Ага, хуйня. Беглый огонь. Выстрел увеличивается на 33, прилипание к стене. А нахрен оно мне надо? Порази противника мощным броском паутины, противник приклеится к стене и лишается возможности двигаться. Ну, это прикольно, но я не могу это прокачать. Я вообще не хочу это пока прокачивать, честно говоря. А, так, вот это вот. Вот это интереснее. Сила атаки. На 25% больше урона. Я даже не буду смотреть ничего остального. Это меня больше всего устраивает. Так. Психиатрическая лечебница Смайт Беллуа, 17 часов после инцидента. Я отвел его и остальных ученых в карантин. Ага. Только они все заражены. То есть это не мы сделали, это сделал паук вне кадра. Где они сейчас? Я не смог их остановить. Они разбежались. Но ты же поймал меня, ящера. Чем эти существа отличаются? Ну ты четкий, а там Криса. Знали бы вы. Окей. Человек-паук объясняет... А, глава... А, все еще глава первая. Фига себе. Человек-паук объясняет Коннорсу, что произошло пару часов назад, когда сражался с гибридами, разбежавшимися по всему Манхэттену. Окей, погнали. Мы в городе уже. Великолепно. Манхэттен через 4 часа после инцидента. Ай, какая прелесть. Какая прелесть, а? Сейчас 125 больных, а через 17 часов после инцидента, когда был с Коннорсом, было уже 250 с чем-то. Ну, почти в два раза больше. Так, что делаем? А? Давай, давай, пожалуйста. О, отлично, господи, спасибо, спасибо большое. Да, почему-то вылетела игра, но ничего страшного. Костюм Человека-паука открыт какой-то. Как ты? Я знаю, кто может нам помочь. Будь осторожен, Пит. Смайт дал роботам программу на захват любых гибридов. О! То есть и тебе тоже.
Эти, бля. Так. Окей, что происходит? Ага, щит Капитана Америки. Отправляйся в эпицентр землетрясения. Человек-паук объясняет Конусу, что произошло. Ага, все, отлично. Что? Да что ж такое, пиздец. Так, Пит, сегодня Смайт советом директоров, они решили направить на гибридов роботов Смайта. Пит, будь осторожен, они придут за тобой. Я все еще в зоне карантина, на нас испытали какое-то лекарство, оно не помогло. Привет, Пит, мы еще в карантине, нам ничего не говорят. Смайт говорит, я иду почему-то с конца в начало, ну ладно, похуй. Новости от любимого племянника. Угу. Привет, Питер, я так рада, что тебе нравится на Манхэттене. Только не забудь вернуться к нам, когда Стэн приедет из отпуска. Скучаю, с любовью, тетя Мэй. Ого, телефончик мне нравится. Так, да, да, почему-то крашнулась игра, но все нормально. Все нормально, мы продолжаем. Так, а что происходит? Тварь остановилась посреди парка. Тварь! Ее, мы можем с уверенностью сказать, что это рептилия, которая не так давно терроризировала Манхэттен. Нет, это другая, ты права. И то, что ты стоишь на ее фоне, конечно, не сильно тебе поможет, наверное, да? Вот что бы ты делала, если бы не паук прям вот, вот рядышком, а? Что? Ну-ка. Что за? Мелкий, мелкий, Игуаныч. Он будет вместе с нами драться? Ух, ебать. Ебать, Тихоокеанский паук. Оу. Игуаныч съебался. Ой, ебать, а что делать? Еба. Ага, мне надо сломать ему светяшки, да? Окей, это я могу. Вижу. Две. А сколько их? Так, погоди, я ничего не вижу. Слушайте, хороший графон у этой игры, а? Для 12-го-то года. Очень прилично смотрится. Очень удобно играется. Так, что теперь? Я ему типа что-то сенсоров, да, сломал? Он теперь не может ориентироваться в пространстве или что? А все, или что-то где-то еще есть? О, застрял. О! Йоу. Оу. Последний момент в сторону, это я могу. Хватит ныть. Так. А, о, последняя открылась. Это первый босс-файт, правильно? О! Воу. Так, что теперь? Я не думаю, что под этот луч мне стоит вообще... попадать. Наверное, нет. Так, атакуй. На. Оу. На. Оу. И еще разок. О, смог, успел. Отлично. Это раз глазок, а надо еще второй, правильно? Нет, он закрыт до сих пор. Так, еще один луч надо избежать. Кстати, у меня нигде нету полоски хп. У меня вообще хаба нету. Ничего нету. Ни хпшек, ни... Ничего, абсолютно пустой экран. Это такая красота. Так, ну чё, второй-то можно пробить что-нибудь, нет? А, нужно ракету еще разочек отразить, да? Опа! Великолепно. А вот теперь в глазёк надо ему. Нет? О, открылся. Давай, бам. Уворот. Еще раз бам-бам, уворот. И последний раз. Отлично, великолепно. Ну, он должен был меня потерять из виду, типа, со всех сторон. Разве нет? Мне кажется, да. Что это? Это что, где? Да. Ослеп. Ослеп, роботик. Так, что теперь? Ой-ой-ой. Что теперь? Какие-то кругляшки появились, не надо их? Йоу, я ж сумру. А, стрелять паутиной. Лети, не останавливайся, главное.
Окей, что осталось? Еще одна ножка. Оп-оп-оп-оп-оп. Тише. Последняя ножка. Отлично. Все. А, нет, еще одна. Все, ну вот теперь-то все. Опа, отлично. Я с этим покончу. Давай. Последнее слово перед свалкой. Кто там? Тогда вперед. Отход. Оп. Цель выполнена. Уничтожь роботов Смайта. Красота. Шикарно. Это просто шикарно. Просто великолепно. Вторая глава. Окей, великолепно. Так, ну что ж, сегодня у меня, к сожалению, не так много времени. И, по сути, мы прошли целую главу, поэтому на этом пока что остановимся. Я очень рад, что мы начали играть в эту игру. Я надеюсь, вам тоже будет интересно ее смотреть. И спасибо вам большое, что досмотрели ролик до конца. Плейлист с паучком в описании под видео, там же остальные игры. Если ролик вам понравился, ставьте комментарии, пишите лайки, подписывайтесь обязательно на канал. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока! My mind.